Здравствуйте, это канал Максимаза, и я поздравляю вас с веселым Хэллоуином! Угощай или пожалеешь! Короче говоря, мы сегодня будем играть в Angry Birds Seasons в хэллоуинские эпизоды, как раз таки в честь Хэллоуина. И праздновать Хэллоуин мы будем с вами два дня, потому что здесь целых четыре хэллоуинских эпизода. Trick or Treat, Хэмоуин, Haunted Hawks и Invasion of Egg and Chairs. Собственно говоря, нам один день. Первые два эпизода, второй день еще два эпизода. А начнем мы, пожалуй, с Trick or Treat, потому что он является первым хэллоуинским эпизодом в Angry Birds Seasons. Более того, я даже больше скажу. Trick or Treat является самым первым эпизодом вообще в Angry Birds Seasons. Именно он вышел самым первым в игре. И изначально игра получила название Angry Birds Halloween. Это был 2010 год. Именно тогда вышла эта игра. Когда вышел новогодний эпизод Seasons Greetings, игра получила название Angry Birds Seasons, которую мы все знаем с вами сегодня. Ну что ж, поехали! Такая вот оранжевая хэллоуинская атмосфера. Значит, что у нас вообще здесь? Уровень реально подходит под первый. То есть одна свинья, простенькая постройка. Ну вот как так он не сдох сейчас, а? Чуть-чуть тише надо сделать, наверное. О! И, кстати говоря, такой вот один факт есть. В этом... Изначально в более ранних версиях у этого эпизода присутствовала еще и своя заставка. То есть открываешь первый уровень, и там мы видим заставку с музычкой, как из оригинального Angry Birds. Однако, когда вышел эпизод Piglantis, заставка была удалена. Вернее, не одна заставка, там у каждой части эпизода была заставка, как в оригинальном Angry Birds. Но решили для единого стандарта потом убрать заставку. Вообще, пишите в комментах, празднуете ли вы Хэллоуин или вообще, в принципе, как вы относитесь к этому празднику. На мой взгляд, да, конечно, в России не отмечают его. Но, как вам известно, канал Максимадзе отмечает все праздники. В принципе, Хэллоуин, это, как его называют, праздник нечисти. Он действительно пугающий. Там нужно пугать каких-то привидений, там тыквы всякие такие вот. Такие вот вещи, приемлемые у Хэллоуина. И вот такой вот оранжевый цвет с темным, очень приемлем к Хэллоуину. Это красивые. Красивый праздник, я бы так назвал. Реально красивая атмосфера у праздника. Впечатляющая. Некоторые рекомендуют на Хэллоуин всякие там фильмы ужасов смотреть. Так, давайте еще раз. Всякие фильмы ужасов. Желательно в темноте полной. Вон, когда соседа хардкор вышел как раз таки на Хэллоуин. Но лично я считаю, что в этих фильмах ужасов, тем не менее, всяких, там все равно как бы это просто страшно. Такие фильмы, в них таких оранжевых атмосфер, тыкв, привидений, этого всего не присутствует. Мне больше нравится Хэллоуин, вот как раз таки, как мы видим его вот в Angry Birds. Оранжевая атмосфера, тыквы, привидения еще потом будут. Вот эти маскарады всякие. Вот это мне нравится. Вот это реально приятный Хэллоуин. Никакой не супер устрашающий. Просто приятный такой Хэллоуин. С прекрасной атмосферой. Конечно, образы какие-то нужны, это само собой. Вон я
если получится, я негатив сделаю себя на камере, чтобы я темным таким был. И более устрашающим. Блин. Костюмов у меня хэллоуинских толком нету, но можно зато сделать негатив, и тогда то будет темный, темный максимально будет. Хэллоуинскую заставку я также сделал, как вы уже заметили, надеюсь, она вам понравилась. Так. О, замечательно. Так, еще тыквы. GTA 5 есть тоже хэллоуинский режим. Там, короче, днем какой-то слишком ярковатый свет, но вот ночью начинается полная жесть. Там реально так дождь идет, причем какой-то такой кислотноватый дождь, как будто. И такое полузеленое, полуоранжевое небо, что реально смотрится довольно неплохо для хэллоуина. А в онлайне... По-моему, это в онлайне только включается. В сюжетном ничего не включается. А, в онлайне начинает в городе твориться всякая дичь. То и инопланетяне какие-то появляются, что-то еще. Я сам не играл, мне легко показывал. Собственно, это включается в GTA Online в хэллоуинскую неделю. Но через моды в сюжетном режиме данный режим тоже можно включить. Давай. Ну ладно, хватит про GTA, давайте про Angry Birds. В Angry Birds Seasons реально очень хорошая хэллоуинская атмосфера. Прям подходящие звуки, подходящая локация, подходящие объекты. Все подходящее. Просто в Angry Birds Seasons реально знают, как нужно отмечать праздники любые. Блин. Да не, так не получится. Блин. Надо было Wi-Fi отключить, чтобы эта реклама не появлялась. Хорошо, что видеореклама хоть не выскакивает, иначе я бы точно бы интернет бы пошел выключать. А так перетерпеть можно. Она появляется только в меню паузы. А тут теперь предлагают этот Power Up рекламируют. Давайте так сделаем, а. Новый уровень. Черепы тоже уместны под Хэллоуин, на самом деле. Давай, грузись быстрее, блин. Я уже думал зависнет сейчас, ё-мо. Так, еще раз. Да блин, чё он так плохо разрушает-то?
Блин. О, вот это удар. Вот это прям четко. В этом эпизоде есть одно золотое яйцо также, но оно еще пока не будет не скоро. Это так, вот 1.12 уровень это у нас сейчас. А он на 3.2, по-моему, будет. Если я ничего не путаю. Да, уровень в этом уровне 40... В этом эпизоде 45 уровней. Из трех частей, в каждой по 15 уровней. Собственно говоря, данный эпизод в игре один из самых длинных. Хотя самый длинный, по-моему, эпизод в Angry Birds, это эпизод про баскетбол. Там целых 5 частей. По-моему, длиннее ни у одного эпизода больше не было. Так. Блин, падающая фигня. О, отлично. И все, ништяк. А, я случайно нажал. Давайте по-честному заново. А вот так сработает, да? Ну-ка, давай. Я все-таки не пробил эту фигню. Да, ну это разрушилось, но та занята, нет. О, отлично. Блин, да ж. Блин. Не туда немножко попало. Окей.
Блин, вот это крепкая, конечно, штука. Крепко замуровался свин. Так, давайте немножко взрыва устроим. Да, в неудобных местах появились они. А сейчас еще хуже. Ну, так немножко получше. Да, наверное, и без них справились бы, учитывая то, какой урон был нанесен сейчас. Блин, а как до того самого дальнего-то добраться? Может, бомбу туда кидать? Бомба. Да, блин. Давай, 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 давай. Да, блин. Чё за фигню, блин, понастроили? Так. Может быть, с этим уровнем полегче будет? Да, конечно. Определенно. Так, вторая часть уже пошла, кстати, пятый уровень.
Тоже глубоковато замуровались что-то последние. Четыре свиньи, и все замуровались глубоко. Бомба бы сюда. Да блин, а. О, отлично, даже читы не понадобились. Так. Хорошо разрушилась хата. О, еще одна хата. Сейчас тоже разрушим. Господи, чуть не думал, сейчас зависнет, блин, опять. Блин, перелетит. Господи ты, боже мой, а. Перелетает все время. Так что ли стрелять? Нет, еще надо загнуть. Вот так. Красные птицы только одни. О, а может быть надо вот так стрелять, чтобы она реально отскакивала туда. Ну, немножко ниже, наверное, надо.
Господи ты, боже мой, а. Сложности какие-то пошли. Эпик с разрушениями. О, вот здесь, надеюсь, будет полегче. Хотя, были бы тут каменные блоки, было бы проще с бомбами. Ну, сколько мне ждать? Давайте быстрее, а. Ну, быстрее, а. Птички, быстрее. Блин. Блин, я еще и не туда попал. Отлично, отлично. Что у нас здесь? Какая-то башня огромная. Какой это у нас? 2.12. Блин, а. Хорошо. Со второго раза получилось лучше. Блин, крепко застряли, а. Шо? Блин, остался один все-таки.
Так. Усач в тыкве. Окей. Давай, давай, давай. О, хорош. Что динамит-то не взорв... Блин. Господи ты, боже мой, а. Так, не помогло. Так. Сложные уровни пошли что-то. О, а вот и яйцо золотое. Уже третья часть, кстати, пошла. Так, первым делом нам надо убрать эту хрень. И выстрелить вот этим вот. И это будет непросто. Но попробуем. Немножко не так. Не, опять низковато. Отлично. Эпизод Trick or Treat присутствовал, кстати, в Angry Birds Chrome для браузеров, которая, к сожалению, уже закрытая версия. Там он являлся, по-моему, последним эпизодом по моменту выхода. Собственно, на этом уровне тыква там также присутствовала, но в ней ничего не было. Она была пустая изначально. А,
Хорошо, уровень этот у нас пошел. И игра тоже со мной согласна, как видите. Какой-то грузовик, блин. Не надо было врезаться в эту каменную фигню. Да, еще раз. Пускай катится. О, отлично. Так, может вот так стрельнуть? Так, еще раз давайте. Слабоват этот эффект был. Надо было трех птичек взять дополнительных. Хорошо. Какой уровень? 6. Осталось уже, в принципе, не так много. Блин, тут уже птичек маловато как-то. Господи, ты... Сложный, сложный.
Блин, иди ты нафиг. План Б, блин. Трех процентов не хватило, ну да ладно. Да господи ты, боже мой, а. Дайте мне прицел сюда. И вот это дайте мне. Вот так. Более большая птица больше пробивает. Настроили тоже. Давай, давай, давай. Наверное, тех средних сначала надо. А я попал в эту. Дальний ничего толком не нанес. Долго же мы это дело проходим.
какой уровень? 11. 5 осталось. Ну, еще яйцо золотое. Которое не геморрой, однако, вызовет, а и реально интерес для глаз. Потому что уровень прикольный. И в нем ничего не нужно делать, кроме как запустить один раз птицу. Защищает тыква, блин. А можно ли вот так как-нибудь, не знаю, попасть? Не шибко помогло это. Чё, какой-то косяк был, как будто. Да блин. Блин, я уже устал, если честно. Давайте-ка по-быстрому это сделаем уже, а. Боже мой, а вот так она не сработает? Нет. Дайте прицел сюда, я... Если не попаду, будет фигово. Хорошо. 50 минут уже играем. Я уже заколебался. Долгий эпизод, долгий. Следующий хэллоуинский эпизод, Хэмовин, немножко покороче будет. Yeah.
Господи ты, боже мой. Наконец-то, финальный уровень. Постараемся его без читов пройти. Свин туса оскорбил, аж фонарик нас выбросил от приступа ярости, видимо. Ну, слава богу. Ну и еще есть золотое яйцо. Давайте его пройдем. Вот так вот выглядит этот уровень. Цепная реакция здесь. Такая вот. Отлично. Бывает иногда, что с первого раза не срабатывает, но нам повезло. Все сработало удачно. Но проходить на 3 звезды я это все не буду, это я вообще упарюсь тогда. Предлагаю пока что закончить. Сегодня также выйдет и второй выпуск по Хэмуин немного позже. А пока что все. С вас и Кос, подписывайтесь, с меня пишем видос. Подписывайтесь на мой влоговый канал. Вступайте в ВКонтакте. Дзен, и всем пока.